Где сейчас находится Владимир Васильевич и что с ним происходит? Владимир Васильевич сейчас еще находится в изоляторе Лефортово. Мы ждем даты, когда будет назначено рассмотрение наших апелляционных жалоб. Но могу пояснить, что сегодня я заезжала в Московский городской суд. Протокол еще не изготовлен, не подписан и не сдан в канцелярию. То есть, соответственно, без получения на руки текста протокола судебного заседания мы лишены возможности подать на него свои замечания. И без изготовления протокола судебного заседания не может быть назначена дата рассмотрения наших жалоб Верховным судом. Поэтому все это откладывается, на неопределенный срок. Скажите, пожалуйста, а кому было выгодно дело Квачкова на самом деле? Ну, Владимир Васильевич сам считает, что, в общем-то, имеет место месть отдельно взятого бывшего чиновника, а теперь главного нанотехнолога, а по отношению к нему лично, ну, это, так скажем, одна из версий. На самом деле мы все прекрасно понимаем, насколько опасен существующему режиму такой человек, как Владимир Васильевич Квачков, потому что человек, который пользуется безусловной любовью и авторитетом в военных кругах, человек, который имеет научный склад ума, который обосновывает свою позицию, который может за собой увлечь массы, который человек дела. И, безусловно, он, видимо, некоторым казался чрезвычайно опасным, и было сделано все, чтобы засадить его на такой вот чудовищный срок. Как чувствует себя супруга? Надежда Михайловна, она как настоящая жена офицера, она сдерживает свои эмоции. Я знаю, что несмотря ни на что, куда бы Владимира Васильевича ни отправили, в какую бы далекую колонию, хоть за полярный круг, она последует за мужем, она будет рядом с ним, то есть в той же местности, что и он. То есть они связаны по жизни, они повенчаны. Это просто такой подвиг. Понимаете, я смотрю, это все перед глазами проходит. И я не могу не восхищаться этими людьми. Я восхищаюсь и Владимиром Васильевичем, и супругой, и их сыном, которые, в общем, несмотря на все тяготы, как они все это переносят мужественно и как они настроены на дальнейшую борьбу. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Как вы считаете, есть ли шанс, что Владимир Васильевич все-таки выйдет на свободу? Вы знаете, у нас ведь шли два дела параллельно. Дело полковника Квачкова и дело полковника Хабарова. И мы видим, насколько различные окончания этих дел, несмотря на то, что прокурор в нашем процессе и в том процессе просили приблизительно одинаковый срок. То есть у нас прокурор просил 14 лет, Хабарову просили 11 лет. В итоге с 14 лет Московский городской суд снизил на 2, а суд Екатеринбурга от 11 лет снизил больше, чем в 2 раза, почти в 3 раза снизил по сравнению с тем, что просил прокурор. Поэтому я думаю, что это самый наглядный пример. Мы не ожидаем никакой гуманности со стороны Верховного суда. Я думаю, что мы встретим очередное черствое отношение нашей судебной системы по отношению к Квачкову. Они могут пойти на уступки, но снизят на 6 месяцев, может быть, на год, не больше.